Добрый день. Собственно, всем понятно, откуда я переложил эту схему на золото и доллар. Эту схему я взял из нефтяного болота. То есть нефтяное болото просто фьючерсы разбивают на куски, чтобы я не мог вам тут показать единую картину, то есть там на горизонте 10 лет. Но поверьте мне, раз в 7 лет глобальный маховик, этот нефть, доллар, и там каждые 3 года очень большой маховик, ну и на коротком даже фьючерсе мы увидим легко эту схему, то есть дорогая у нас нефть, она стоит, грубо говоря, 85 долларов, ее продают за очень дорогой доллар, за очень дорогой доллар ее продают. И после этого мы понимаем, что будет снижение. Как вы знаете, тот человек, который за 11 лет все предсказал развороты в нефти, и причем там, как сказать, цент в цент, я все эти развороты можете посмотреть, порыться на истории, есть об этом много видео и прочее, просто предсказал все развороты в нефти. И ничего там сложного нет, там, во-первых, очень сильные сигналы, а во-вторых, как дополнительный фактор, вы можете увидеть, что нефть вам обязательно... они продадут нефть обязательно за очень дорогой доллар, возьмут очень дорогой доллар. Потом пройдет совершенно немного времени, и они обратно эту нефть откупят, то есть нефть скорректируется, грубо говоря, там на 20 долларов, а они ее откупят уже за очень дешевый доллар. То есть в этот момент доллар подешевеет процентов на 15, нефть подешевеет. Это даже на очень коротком отрезке, вот там, последнего фьючерса, да, они за дешевый доллар ее откупят, и потом вам, естественно, нефть вырастет уже, получается, там на 30 долларов, да, нефть вырастет там практически на 50%. В этот момент почему-то начинает укрепляться опять, значит, доллар. Теперь вам продают очень дорогую нефть снова за очень дорогой доллар. То есть, если доллар дальше укрепляется, нефть растет, то будьте готовы к тому, что скоро нефть будет дешеветь и пойдет к ней навстречу доллар, чтобы они пересеклись и встретились, чтобы в следующий раз у вас купили эту нефть очень дешево за очень дешевый доллар. То есть нефтяное болото, оно вообще не меняется, оно вообще примитивное.